Выбираем студатрат. Акция под такой назвой прошла сегодня у навучальных установок Гомеля. Территориальные штабы студентских отрядов БРСМ открыли пляцовки, на которых представляют информацию об возможности працы уладкования, пропонуют заполнить и покинуть анкеты заявки для працы в летний период. Як рыхтуется до працовного семестра активная молодь Белорусского державного университета транспорту, доведался наш корреспондент Павел Михно. Добрая репутация студентских отрядов Белорусского державного университета транспорту давно известна не только на территории Гомельщины, але и далеко за ее межами. Тому для молодых людей удел у будатрадовском руху – это еще и престижно. У холле Белдута десятки студентов стали в чергу, как записаться у будатрад, ти покинуть пожадание для будущих бойцов студатрадовского руху. Но из их уже этим летом унесут свой уклад во узведение знаковых для краины объектов. Наши отряды в своем большинстве ездят на строительство каких-то крупных объектов. На протяжении последних 2 лет это была областная молодежная стройка по улице Жуковского, детская наша больница, также Белорусская атомная электростанция. Крупный республиканский проект, и наши студенты принимают ежегодно участие в строительстве этого объекта. Студентские отряды будут работать и на будовле разных объектов у сельской мясовости. Традиционно формуются отряды, которые выезжают на працу у российские регионы. А кроме будовничьей галины, молодь на территории России будет занята у складе сервисных и педагогичных отрядов. Такий широкий выбор направлений деятельности позволяет молодым людям выбрать працу по душе, а заодно отримать неоценный опыт. Это все-таки строительный вуз, как-никак. Это будущее наше. Моя профессия. Мне было интересно посмотреть на это все, пощупать, как оно будет дальше. Научился преодолевать какие-то физические трудности и как бы помогать тем, кто уже устал. Это очень важно. То есть помогать тем, кто в этом нуждается, этому также учится стройотряд. Активисты университета пообещали прикласти все намагания, как подтвердить звание самого лепшего у Гомельской области штаба первичной организации ВНУ. Тому за маль 10 тысяч человек, яких плануется задейничать у этом годе у студатрадовским руху Гомельщины, будет немало представников Белорусского державного университета транспорту. Павел Михно, Валерия Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».